Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну, я смотрю, мы тут не одни. Мы вас ждали. Это Дедушка друзья Мороз. Нашего Германа? Да. Да, это наши друзья. Здорово, как молодцы. Одним из первых, кого посетили Дед Мороз и Снегурочка, стал Герман Казанцев. Этот мальчик в 2011 году попал в серьезное ДТП, и после этого он прикован к постели. Герман является нашим лучшим другом. Мы хотим его поздравить с наступающим праздником и надеемся, что это станет доброй традицией. Еще 5 лет назад состояние Германа было очень плачевным, да и сейчас мальчик не встал на ноги. Но с помощью нижнекамцев он прошел курс лечения в Германии. После того, как деньги закончились, он проходит реабилитацию в домашних условиях. Он растет, Герман вырос, за последнее лето очень вытянулся, что, конечно, нас очень и радует, и в то же время вот вес потеряли из-за этого. Он вытянулся с 1,40 м до 1,55 м, и вес растянулся весь по этому росту. 26 килограмм всего веса. Вот. И сейчас опять начали откармливать малоежкой, педиашуром. Опять, ну, как в Германию мы приехали, вот с 20 килограммами, и там нас откормили вот этим натуральным питанием. То же самое я сейчас здесь делаю. Дед Мороз и Снегурочка пришли к Герману не с пустыми руками. Они принесли парню специальный конструктор, который развивает моторику рук. Но для полного восстановления мальчику нужно другое. У нас план, конечно, наполеоновский на будущий год – вертикализатор. Обязательно для Германа приобрести многофункциональный вертикализатор Da Vinci. Никакой другой не подходит, и мы пробовали. Вот эти вот все обычные, как для инсульников, идут. Никак ему не подходит. У него спастика страшенная, как вы знаете. И ни в одном вертикализаторе он не может стоять. Мама и папа Германа благодарны любой помощи нижнекамцев, которые не перестают приносить деньги в телекомпанию «Интер». Они им очень помогают. Самое главное желание у родителей только одно – чтобы Герман самостоятельно сказал спасибо всем, кто ему помогал. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости «Интер».